Сегодня мы в Тульске. Договоряемся. Мясо видите, после. Будем заказывать. Так, сейчас ребенок тоже будет снимать влог сегодня. Я не снимаю, понял? Тихо-тихо. А что это за праздник кукловой? Это для девочек. Кукловой, это для девочек. Девочки такие там. Вот, мы пришли в Тульску. Такой интерьер здесь. Телевизор, там детская зона. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня пришла кружка. Такой стоп себе заказываешь. Здесь он в этом кружке, он нормального качества. Это дорогая, но довольно вкусная. Из мраморной котлеты. Из мраморной котлеты, друзья. А где? Да, из мраморной говядины. Ну и пиво себе. Возьму бутылочку. Баночку. Ну, там детская зона, там такие рисунки. Зона играет. Ну и как телевизор, как обычно, нельзя. Дали вот такие вот шарики. Ну, все время закрыть не приходишь. Чем-то дают шарики. А чем это здесь отличается от белого? Темный есть, чем он от белого? Вкус он такой же. Ничего. Только цвета? Нет. Мама там. Не слушай. Запеченных нету, только запеченные только в сыре. Нет, запеченные есть. Один. Пролистала. Просто вы серединка другая. Можно тогда один запеченный. Только вот такой вот бук ставит. Красивый. Такие здесь постеры. Приезжает Лада Дэнс. Так, вот такая группа. Золотой став стрелок. Или стрелок стрелок. Вот здесь. Поднимаем руки вверх. Лада Дэнс. Золотой состав стрелок. Так, мне принести. А я все вам впереди. Так, принесли пчети Павлик у вас. И. Парфюм. Парфюм такой красивый, красивый. И компот. Такой вот компот. Попробовал компот. Имбирный. И квас. Да, и квас. Имбирный компот отдает прямо не таким. Имбирный такой он немножко ждет. И квас тоже приятный. Но пиво вообще вкусное. Пиво не фильтрованное. Ты хочешь квас с этой соломинкой? Кстати, в тархуне лимон, лед. Соломин в таком стиле. Чистый, можно есть. Забыл, как это называется. Это остатки строительного материала. Забыл, как это. Кстати, я уже выпил. На дека. Как называется эта штука вверху? Не помню, вы выкидывали еще. Ну, как а мусор? Не, такое не принесло. Картошка, салат. Тут салат даже есть, ничего себе. А, такой. Тебе сюда картошки положить? Да, нет. Я решил просто разговаривать, кусками есть. Давайте. Это шашлык. Поэтому буду есть слоеный. Такой бургер. Там две коты, реально. Можно вкусный и сытный. Так, маме принесли суши. Ой, какие суши. Тот дом съел из ряда, очень тяжелый. Там две котлеты. Хлеб, сыр, петрусы, все. Едят тут шашлыки, шашлыки. То же самое. И вот. Подруга Дима Суровых ест суши. Ей дали очень много соуса. Продолжение голубки всякое. Спасибо. Соуса. Столько не выпьет. А компот я не указываю. Павлик сразу выпил целый такой бокал. Классно. Делаем ставки, кто быстрее съест. Петя или Павлик? Они женаты. Петя. У Павлика больше осталось. Затем доедать. Ну, мама помогает. Мама, не надо. Мама сейчас все съест. Мама не такая. Мама не меня. Раз и все съели. Да, Петя? Девушка, достанем.
салфетку. Где я сейчас руки займу? Итак, никто не победил. А нет, никто не победил. Петя не доел картошку, Павлик не доел. Ну, тут были шашлыки, шашлыки я съел. Картошку не съел, все. Но шашлыки не доел. А Петя не съел картошку, то есть ничья. Проиграла мама. Мама еще ест. Вот не знаю, что это вот такое за как. Я тоже никогда не слышу. Возьми и доешь. Я кричу, вот это не буду я. Что именно? Вот это. Это не горчица. Вот такое заведение. Уже все ушли. Нас осталось я мало. Ну, тельняшек. Куда еще достал? Вот такой дуб. Какие штуки? Вот это. Вот еще один дуб. Ну, вообще никого нету. Пустота. Кто-то не допил там. Вот что они творят. О, Петя попробовал лимон. Я лизнула. Ну и как? Что ты, зачем ты туда тоже кидаешь? У тебя на пол. Да положи на стол. Чего ты не хочешь? Лайм. Ну где одно все такое? Посидели мы на 2345 рублей. Какой кошмар. Так, печально. А ну ладно. А здесь у нас наш чек. Полностью. Лимонад хоть стоит 200 рублей. Лимонад стоит дороже, чем пиво. Первый раз такой вижу. Квас, то шашлык из лимона 465. Кошмар. Это тоже. Офигеть.